Всем привет! В это воскресенье будет проходить розыгрыш. Что будет разыгрываться, вы видите на экране. Условия будут в описании под видосом. Вот. Ну а мы приступаем к open case. В общем, что я, ребята, придумал? Какая у меня была задумка? То есть я решил себе выбить перчатки. Решил выбить себе перчатки, ну, либо скрафтить, либо выбить, в общем, как-то я их решил заполучить. Именно с лоу баланса. Идея лоу баланса меня прям заинтриговала, то есть вы видите, на счету у меня полтинник 56, ну, с промокодом там, короче, с ракет закидывал, как обычно, что-то там мелочь какая-то оставалась, вот. Поэтому... Я не знаю, что получится. То есть на протяжении 30 дней, то есть будет своеобразный челлендж. На протяжении 30 дней я буду с лоу баланса открывать кейсы. Скины, которые будут от 200 рублей, я их буду оставлять. Как только набирается 10 скинчиков... Как только набирается 10 скинчиков, я из них буду делать, соответственно, контракт. А там уже как повезет. Так, где тут этот элита? Ну, то есть с таким балансом я открывать первым буду элиту. То есть я не буду там в Амонге лезть, да? Ну ты нихера не стоишь. Так, мы тебя сразу продаем, чтобы это потом не залетать. Давай, ты, короче, нихера не стоишь. Ты, по-моему, тоже, да? То есть, ну, ничего. Пытаемся. Потому что он мне может сейчас вряд ли мне что-то будет давать, потому что он меня просто тут хорошо так прям это... Хорошо мне так навыдавал вчера. И поэтому если он сегодня мне что-то даст, то это будет просто какой-то там нонсенс. Это будет что-то нереальное. Ну вот, первый какой-то этот, который... Ну, меняет скриптяру, да? Вчера он также менял скриптяру, потом он мне ГГ-ху какую-то там выдал. Херовину, вот. Точно так же будем открывать этих, потом в Амонге. Я знаю, что там просили меня там, открой там этих черепашек. Ну, не знаю, пацаны, буду я их открывать, не буду. Я не знаю. Вот. То есть пока что Амонги, Декстер, то есть они меня окупали. Как поведут себя черепашки, я честно не знаю. Так, давай мы, наверное, сейчас... Сколько там? А, ну там на 2 только open кейса, да? То есть холодный синтез. Ну, как-то... Не густо сегодня ты сильно даешь там, да? Так, давай вот так тогда мы сделаем. Давай. Мраморный градиент. Давайте, 23. Ну, пока что я еще... Ни о чем, да? Ну-ка, давай. Пока что ни о чем. Ну, я быстро не открываю по причине того, что если... Если вот он вот так вот удает еще и быстро, то это хорошо должно стоить, да? Ну, как бы относительно хорошо, то есть, ну, но все-таки что-то, да, что-то. 51.70. Так, 50 рублей есть, давай тогда в Амонги залетим, посмотрим, что с Амонгами. Ну, по традиции с зеленого начинаем. Полтинник набили, давай начнем. Сказать, я что-то сразу тогда не крутил, да. Оу, мой бог, вот это дропчанский, да? Так, а чё? А, вот ты. Я тебя потерял уже. Давай, смол. Короче, сейчас он ГГ-ху выдает, и это просто... И это ГГ-ха, да? Хватило еще на один. Хватило. Ну, это как... А вот тут не хватило, да? Так, давай мы тогда, знаешь, что сделаем? Мы тебя в апгрейды залетим с тобой и попробуем что-нибудь, блин, ну-ка, за полтинник это с... какой шанс у нас за полтинник? 22. Так, 22 на балансе 18 копеек. Ну, давай попробуем, хер с тобой, посмотрим, что. Посмотрим. В принципе, ну, это ГГшка, да?
А нет, смотри, это не ГГшка. Мы, пацаны, еще живем, еще живем. Зеленый Амонг, ты нас не порадовал. Подожди. А, Миш, тебе продать сперва надо, ёптать. Обрадовался уже. Давай посмотрим, чем порадует красный. Зеленый дал за 15. Посмотрим, что даст красный. Ну, Ленс не дороже. За 23, да? Вы, суки, сегодня что надо мной? Издеваетесь, что ли, а? Они сегодня надо мной просто издеваются. Че, опять? А, нет, тут хватает, да? Давай еще. Давай быстро откроем два раза. Ну, сейчас точно так же попробуем. До полтосика. До полтосика посмотрим, что там. Ярмидянка, ну ты отличная. Осужденный. О, ты, а ты не отличная. Осуждаю. Осужденного осуждаю. Осуждаю осужденного. Давай. Тоже шляпа какая-то. Ну это все. Все, теперь слив, да. Теперь слив однозначно. Все. Ну, ребята, видели все сами. Первый заход, как говорится. Первый день челленджа. Первый блин комом. Вот. Ну ничего. Впереди еще 29 попыток. И надеюсь, отсюда я уйду с перчатками. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, ставьте ваши лайки. И всем до новых встреч.